В городе на семи ветрах жара. Мы находимся на одном из лучших пляжей Ульяновска. Мы не просто купаемся и загораем, мы следим за спортивным событием – пляжным кубком по водному поло. Приволжская лига водного пола провела летние игры. На этот раз не в бассейне, а на природе. Две команды из Ульяновска и по одной из Казани и Оренбурга сразились в яркой и динамичной схватке. Спортсмены тренировались весь год, чтобы предстать в лучшей физической форме на традиционных соревнованиях. Поддержать здоровье и получить мощный заряд отличного настроения. Ульяновец Иван Седов занимается водным поло на протяжении 6 лет. По мнению опытного игрока, у этого вида спорта есть большое будущее. Я начал втягивать в это своих детей. Развиваем детские виды водного спорта. И очень приятно смотреть на то, как подрастающее поколение начинает, начинает играть на полупрофессиональном уровне. И за играми уже приходят смотреть профессионалы, оценивают. И вот это самый главный кайф, который мы получаем от этой игры. Для того, чтобы начать заниматься водным поло, достаточно желания и умения работать в команде. Но есть и другие нюансы. Например, в этот спорт могут прийти люди, крепкие духом и телом, и обязательно умеющие плавать. Остальному научит тренер. Это скорость, сила, силовая подготовка, выносливость, естественно, большая, плавательная подготовка. Естественно, надо быть морально устойчивым. То есть, в общем-то, единоборства там достаточно много, единоборств у нас. Поэтому нервные люди, они немножко не вписываются в команду. Руководитель Приволжской лиги Национальной ватерпольной ассоциации поделился мнением о наших спортсменах. Ульяновск – команда номер один, которая есть, и две команды здесь представлены. Они очень сильно, мы все подросли, прям заметно. Потому что еще там несколько лет назад, когда мы с ними играли, можно сказать, мы их выиграли, то есть Казань, мы их в одну калитку выиграли. Сейчас они с каждым годом все лучше и лучше растут в своем мастерстве. И очень замечательный уровень показывают. Несмотря на то, что наши игроки вышли на новый уровень, одолеть казанцев не получилось. Придется продолжить интенсивные тренировки, чтобы в следующий раз получить заветный кубок. Сейчас мы проиграли Казань со счетом 7-3, не реализовали часть своих моментов, которые должны были реализовывать. А казанцы сыграли грамотно, они молодцы, подтвердили свой класс. Несколько часов ребята состязались за призовые места. Настало время узнать результаты. Третье место заняла команда из Оренбурга. Серебро получила команда «Спартак» из Ульяновска. Победили спортсмены из Казани. Летние соревнования продолжатся в республике Мариэл на озере Яльчик. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Ул-Правда ТВ.